В Самаре начали возводить путепровод на пересечении Утёсской и Уральской. Этот участок дороги позволит водителям беспрепятственно выезжать с Новокуйбышевского шоссе на улицу Шоссейную. Двухполосный путепровод будет работать в одном направлении – на въезд в город. Подрядчик занимается подготовительными работами. Сейчас производится выбор непригодного грунта, после чего будет производиться отсыпка грунта уже пригодного под проектную отметку, после чего будет устройство фундаментов подпорных стен. По словам водителей, в будущем путепровод поможет разгрузить движение в Куйбышевском районе Самары, в том числе на Кряжском шоссе и Пугачевском тракте. Каждый день с утра на работу и вечером с работы. Вот именно сейчас пик, здесь пробки. Дорога узкая, то есть машин много. Но сейчас вот как построить, наверное, дорогу, все разгрузит. Да, на Фрунзенском стало хорошо ездить, теперь нужно и дальше продолжать строить дороги. Сейчас подрядчик занимается подготовительными работами на Пугачевском тракте. Здесь должны построить дорогу. Производится устройство ливневной канализации, валка леса. Здесь будет дублер сразу с заездом на улицу Грозненскую. И получается, по Пугачевскому тракту будет прямая эстакада над Пугачевским трактом. Строительство второго этапа Фрунзенского моста стало возможно благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который инициировал президент России Владимир Путин. Общая стоимость строительства составляет 5,5 миллиардов рублей. Подрядчик должен справиться с работой до осени 2022 года. Анатолий Головко, Николай Сидоров. События.